Славянские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Сообщением о нападении в дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району обратилась продавец круглосуточного продуктового магазина «Станица Анастасиевской». Женщина пояснила полицейским, что в торговый зал вошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на обрез, потребовала дать ему деньги из кассы. Женщина выполнила требования нападавшего, после чего он скрылся в неизвестном направлении. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным рядом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья и доставили его в отдел полиции. Мужчина пояснил, что похищенные денежные средства успел потратить на личные нужды. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.